Крепость – яркий пример прусского оборонительного сооружения. Ее заложили 4 сентября 1844 года. Строительством руководил военный министр Герман фон Боен. Потрудился он на славу, и новую постройку назвали в его честь. Крепость занимает почти 100 гектаров. Она просто гигантская. Место – это самое главное. Здесь соединяются два великих мазурских озера – Негочин и Кисайно. То есть это неприступный остров с натуральными барьерами. И здесь было ровно столько места, чтобы разместить крепость. У врагов осталось два пути – брать крепость или обходить сотни километров вокруг и тратить уйму времени. Начинается крепость с ворот, над ними бюст фон Боена. Немного цифр. Высота оборонительной стены примерно 5 метров, длина 2 километра 300 метров. Внутри крепости раньше были арсенал, учебные здания, конюшни, мастерские, амбары и голубиная почта, в которой несли службу 700 крылатых почтарей. Да. То есть жадко. Не часто бывает, чтобы такие крепости могли обороняться долго. Первой проверкой для цитадели была, конечно, Первая мировая война, когда в августе 1914 года тут появилась армия генерала Ренненкампфа, и тогда крепость выстояла. Во Вторую мировую выстоять против нового оружия было сложно, но крепость не брали штурмом. Солдаты ее просто оставили, так что технически ее ни разу не взяли. На территории крепости более 90 зданий. Почти все они отреставрированы и восстановлены благодаря обществу любителей крепости Боен. Когда в первый раз появилась идея провести масштабную реконструкцию в крепости Боен, тут не было исторической группы реконструкторов. Просто собирались люди из разных мест. Но после того, как мы увидели, что реконструкция понравилась и может быть популярной, нашлись молодые люди, которые любят историю, интересуются этим периодом. И они захотели этим заниматься. Самым важным периодом для крепости была Первая мировая война, август-сентябрь 1914 года. Первое и самое главное, нужно иметь форму и уметь маршировать, так, как это делали в то время. Оружие не столь важно. Если у кого-то его нет, мы можем выдать, заказать, обеспечить. Участвуют, конечно, в большинстве своем реконструкторы из Польши, но приезжают к нам и россияне, и украинцы, и белорусы, даже реконструкторы из Чехии. В общем, все, кто интересуется этим периодом. Бывает, приезжает человек 200-250, и участники, потенциальные солдаты, и просто любители и зрители. У нас можно увидеть, как выглядела война не только во время боев, но и как жили обычные горожане, простые люди. Каков был их быт.